В современном мире технологический прогресс развивается стремительно, в то время как архитектура остается одним из видов искусства, где изменения происходят раз в десятилетие. Человек, который живет в современном мире, он так или иначе ориентируется, каждый день сталкивается с какими-то объектами технологического прогресса, с гаджетами, с программированием. Поэтому архитектура, как среда обитания человека, обязана меняться и соответствовать тому темпу жизни, который происходит у человека. Поэтому мы разработали интенсив, который направлен на то, чтобы совместить эти два аспекта архитектуры и технологического развития. В рамках нашего интенсива мы рассматриваем темы автоматизации, кибернетизации, программирования с точки зрения архитектурных свойств среды и архитектурного объекта, его элементов и структуры. Нашей основной целью будет разработать какой-то элемент или объект, который бы так или иначе адаптировался под изменения окружающей среды. Будь то шум или какое-либо другое воздействие, которое оказывает влияние на человека, на его эмоциональную составляющую, на его взаимодействие с архитектурой и средой вокруг него. Даже если у вас нет архитектурной подготовки, но вам интересны темы кибернетики, робототехники, архитектуры, взаимодействия архитектуры и среды, вообще ощущение человека в среде и как вообще могут технологии влиять на архитектуру, то приходите на наш курс.